Люба, у меня 2 месяца назад умер муж. 20 января. 20 ноября он сдал анализ крови, и нам поставили диагноз рак костного мозга. Он прошел химию, не вошел в ремиссию. Потом он прошел вторую химию, и 20 января его не стало. 2 месяца. 2 месяца, вот как его нет, я начинаю учиться жить без него. У нас 4 деток. Конечно, я еще не разобралась, как продолжать жить, но я думаю, Господь мне поможет и научит, и направит, как их воспитывать. То, что, в чем я больше всего нуждаюсь, это мудрость для воспитания детей. И вот вчера конференция, конечно, очень много мне. Я увидела, что я не одна, что есть поддержка людей, есть такие же мамы, такие же, как я. И нас объединяет вера в Бога, надежда и упование. Я благодарю вот за вчерашний день, за конференцию, что я для себя, конечно, подчеркнула там, что не надо унывать, надо надеяться на Бога. Благодарю, большое спасибо и за материальную помощь, которую вы оказали. Она очень нам сейчас необходима, потому что надо покупать одежду детям. И я благодарю Бога за то, что располагает ваши сердца. И прошу вас, пожалуйста, молитесь, чтобы мне не унывать. Потому что очень трудно. Днем как-то, а когда наступает вечер, и ты понимаешь, что ты один, и все на тебе, очень трудно. Пожалуйста, молитесь, чтобы не унывать. Это мои все дети, моя дочка Соня. 4 детей, дочка и 3 сыночка. Матвей, Захар, Назарик. Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Татьяна, у меня 2 детей. 6 лет назад я овдовела, муж ушел в вечность. Детки были маленькие. Старшей дочке на тот момент было 11 лет, а младшей было 3 годика. Слава Богу, нас Господь так благословил сегодня. И мы первый раз, конечно, здесь на конференции. Сегодня Господь открыл настолько много свою любовь ко всем нам, что это настолько чудо. И вот, ну, тоже 2 детей, и тяжело бывает, и работая в деревне, не всегда хватает денег. И нуждалась, ну, как бы, нужно было купить куртку, и Бог так благословил, что через братьев из Америки Бог благословил вот деньгами, и мы смогли купить. Я благодарна каждому брату, каждой сестре, каждой семье, которая жертвует деньги для таких сестер, которые остались одни. Это очень большая поддержка от вас. Я благодарю вас за это. Пусть Господь благословит каждого из вас, каждого семью за вот это жертвенное сердце. И
пусть больше прольет благословений на каждую из ваших семей. Я благодарю и славлю нашего Господа за то, что через Его кровь Он нас сделал родными, что вы, пусть и даже далеко от нас, но ваша забота проявляется и в нашей жизни. Спасибо вам за это. Приветствую, меня зовут Ольга, я вдова, у меня трое деток, три девочки, старшей 12 лет, средней 10 лет и младшая Дашенька, ей 7 лет. Я вдовела 6 лет назад, мой муж утонул, было жарко, мы, ну, пошел купаться, к сожалению, его не смогли спасти. Не смогли вовремя оказать помощь. Я была на конференции и получила большое и ободрение, и утешение, и благодарна всем, кто ее проводит, и за то, что есть возможность собираться вместе. И благодарю за то, что Бог располагает и ваши сердца, и за то, что вы и жертвуете и своими финансами, и временем, за то, что молитесь, переживаете, за то, что материально поддерживаете, потому что это действительно очень дорого и важно. И пускай Бог благословит каждого из вас за вашу помощь и за поддержку, благословит ваши семьи и сохранит свои руки. Материальную помощь, потому что я живу в селе, и это очень тяжело, когда нету поддержки мужской, когда что-то протекает, когда нужно что-то поладить. И действительно, когда сегодня Бог расположил Алексея Ивановича и через него дал эти финансы, я благодарна Господу. И мы молимся за тех, кто трудится, собирает эти деньги. Мы молимся за Алексея Ивановича. Пусть Бог благословляет всех и каждого, дает еще больше здоровья, еще больше благословений, чтобы действительно можно было помогать тем людям, которые живут хуже нас. Пусть хранит вас Бог. Слава Богу за все. Меня зовут Татьяна. Я никогда не думала, что в 29 лет я останусь вдовой. Муж отошел в вечность в 2015 году, и мы долго не знали, что у него, врачи не могли установить диагноз. И когда мы узнали, что у него опухоль головного мозга, уже было поздно что-то сделать и изменить. Моей дочке сейчас 7 лет, и я много искала информации, какой-то поддержки, но, к сожалению, так мало в церквях, так мало информации, которая могла, знаете, утешить и поддержать действительно вдов. Об этом мало говорят в церквях. И я благодарна за эту конференцию, там, где действительно собрались те сестры, которые нуждаются в духовной поддержке, там, где их утешат и подбодрят, и просто дадут такое напутствие, как жить дальше, как поступать. Я очень благодарна за эту конференцию, за то, что каждый из вас прикладывает много усилий, чтобы поддержать вдовы, и чтобы они также были счастливы и понимали, что это Божье провидение в их жизни.
Спасибо. Меня зовут Марина, мне 35 лет. Это моя дочка Полинка, ей 5,5 лет. 4 года назад муж ушел к Господу в вечность из-за онкологии. У него была лимфома Ходжкина. И вот мы остались с Полинкой вдвоем, с Господом при церкви. Очень благодарна. Сегодня была конференция для вдов. Мы ее посетили. Первый раз была на такой конференции. Благодарю за помощь, за информацию. Благодарю за то, что служители вот решили посетить, прийти в гости. У нас вот мы живем в коммунальной квартире, у нас 2 комнатки. Вот, но очень рада, что есть свое пристанище. Полинка занимается подготовкой к школе, я с ней вместе, я ее учу. Хочу подчеркнуть, что очень благодарна за ту помощь материальную, которую получила и на конференции, и в лице служителей, пришедших нас посетить, потому что всегда есть нужда в каких-то вещах, в одежде, в еде. Спасибо за ваши сердца, за то, что молитесь за нас, вдов, и участвуйте в наших жизнях.